Ну вот, я тебе ничего не должен. У, чё? Ты видел? Смотри, смотри, куда. Охренеть, охренеть, я залез на нее. Что происходит? Что ты делаешь сейчас? Че? Ограждение в воздухе. Игры на пляже, футбол. Обожаю это. А я падаю, пальцы ты сделал. Ты чё? Как это? Я на нее полез и упал. Твою гоню, держи, держи ее, окружай. Давай, иду на обход. Давай, давай, обхожу их, обхожу, сейчас поймаю. Держи, держи. Оп, поймал их. Все, давай, я с ними плыву. Блин, промахнулся. Они встали, режут. Они просто расстреляли меня. На, плыви. Ваня, слезь из... На Ф, нажми на Ф. Все, просто плыви так. Давай. Разгонись только. Нет, я внутрь лучше залез. Да хрен с ним, мне... Я просто ровно вперед еду. Ой, что-то подкинуло меня. Бум! Давай, давай. Хорош. Ну, по... ну мне вообще... Я просто лечу. Блин. Так четко. Алкаш, сейчас шину прострелю тебе. Давай, попробуй. С РПГ точно. Шикарно, это не тот шикарно, шикарно. О, лодка приняла но. Ой! Как тебя спать? Нет! Как я умер! Чух-ч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 ух. Я улетел! Че я улетел-то? Вот эту машину, я думаю, можно. Где она? Где машина? Машина потерялась. Это я! Здесь меня! Где машина? Я ее нигде не нахожу. Пацаны, да мы так вообще машины воровать можем. На! Ой, как ты вылетел! Та-та-та-та! Вася, газуй, Вася, газуй! Газуй! Да не волнуйся, на ней вот так вот поверчу колесиком. Повертел колесиком. Где у тебя полмашины? Ники, сейчас смотри, у нас полмашины нету. Быстрей, быстрей! Бум! Вася, ты меня не заметил, похоже, да? Я угоняю. У тебя колесо торчит. Не расставь, не форест. А мне у меня колесо заклинило. Но его у тебя нет. Никита. Расставь. Это ради... Блин, больно, однако. Сейчас еще раз прыгну, давай. Блин. Паркур. Пацаны, я селфи делаю, я на Белазе такой. Давай я к тебе залезу. Куда полез? Никита! Рыбки плавают, охренеть. Смотри, какая акула здоровая. Где акула? Где акула? Где акула? Или это... А, это дверь от Белаза. Акула здоровая. Перепутал маленько. Вот она. Оу. Новая цель. Бум! И на нее прям! Паркур ай. Высокого уровня. Пошли, мы как в этом, как в Титанике будем делать, давай. Я не помню, какая там песня, но вроде того. Лучшая озвучка. Ди Каприо так не с ног. Не с ног. Не с ног. Ты чё? Никит улетел сейчас куда? Оно само. Сука, Юсу. Ты чё, ты сел просто, посидел. Ты чё упал? Чё сидишь, тварь? Нет, у меня место, бог упас меня тут сидеть. Меня ничто не сможет остановить. Я просто буду сидеть здесь, и я буду жить вечно. Отвечаю. Да встань на краю. Блин, выплыть не получается. Чё за говно, я застрял под водой. Не, Никита, ты чё? Никита плавает, он лагает, как будто захлебывается в этой воде. Раз, два, три. Лучший! Ты лучший! Попробуй опять прыгать. Попробуй перелезть там, где. Дай поиграем в игру. Короче, игрокам кидает бейсбольный мяч. Ой, граната! Да ты! Прям в меня, прям в меня. Оу! Равни, давай, давай, расставь. Оу!
Вышибалы высокого уровня. Теперь остался я. А вот и хрен. А вот и хрен. Вышибалы насмерть. Ну, как это? Я жив. Я говорю, китайские попались. Давай, бей его. В Никиту. Вася, бей его, мы его убьем. Опять в Никиту, я все еще жив. Это как так-то? Держи его, Вася, убей его. Мины какие-то, блин. Ай, под ноги. Просто под ноги. Красавчик. Вах-вах. Сейчас кому-то будет бобо. Ты убил меня. Ты забил меня до смерти. Своим тулой. После вот всего вот этого, знаешь, хочется забухать. Ой, граната! Серьезно? Я с бухлом в океан прыгнул. Ты понимаешь, чего я потерял сейчас? Выйди, пожалуйста, из самолета. Тут видишь вот эту вот хрень. О! Я вот верю. Слушай, мне кажется, тебе вот дистанции не хватит для посадки. Открой шасси на G, ну ты че? Ты че катишься? Колобок. Ты че выпрыгнул? Ладно, хрен с ним, я тоже выпрыгнул. Он пузико самолетик. Я нашел, ты просто прибежал, наглый такой. Кстати, откуда ты? Вася на ютубе. Ну, бред, Вася. Скатываю. Парашют! Почему он парашют открывать стал? Индийское кино, короче. Знаете, в голливудских фильмах, но... Сейчас развернусь. Что за нелепая драка? Да ты куда я улетел снова? Ой. Поездатая погоня. Ой, да... Вася! Я не знаю, как мне тебя засунуть. Прыгай на меня. Давай. Да хрен с ним, обратно. Ты куда? Давай. Индийское кино. Я жив, смотри. Я просто... Для индийского кино нужно еще, чтобы на вас вертолет приземлился. О, смотри. Мим-зигать. Снимай, давай мусор. Давай. Зигат. Не приземлился. Сейчас взорвусь. Взорвался. Ой, и на нас осколки меня сбили с поезда. Серьезно? Да, я сейчас обратно запрыгну. Найс. Так, Вася, я выпустил шасси и замедляюсь. Дима, аккуратно. Я не особо хорошо приземлился. Я просто... Крутые парни не смотрят на взрывы. Ребят, Fallout 4 вышел. Да ладно, в смысле, да какой нафиг вышел? Его предзаказать могу. Ну, не суть. Уже давно, кстати. Не суть, говорит. Он выйдет только в 16-м, не суть. Только предзаказ у тебя потянет. Блин, я в том же самом месте упал. Я жопой кверху. Я жив. Обратно на поезд запрыгнул. Что происходит постоянно? Я не знаю, ты прикинь. О! Я в поезде застрял. Господи, это фрика. Слушай, я падаю. Рус, я сейчас попробую у тебя C4. Просто на земле летели. Это я его так, это я. Вась, помнишь, когда первое ограбление проходил, канализация была? Я в нее сейчас заехал. Молодец. Каким-то образом. Нормально. Можешь по пути тогда за мной заехать. За мной это за кем? Кто? За мной, я Вася. Кто? Вася я! Кто заехать должен? Дима, ты! Слушай, надо сделать так, чтобы меня внутрь закинули. Что ты заспавнился? Да? Смотри! Я родил! Один в другом просто. Подожди, сейчас Лестерову позвоню, чтобы менты отпали. Это с тобой мент бежит. Дядя Стёпа какой-то. Один экрейнджер такой. Так, теперь надо... О! Открылся! Открылся! Стань, Сэр! Тише, я его сейчас своим телом... Встань, я заеду на него, встань! Иди! Встань, хорош, я заезжаю. Да, туда нельзя заехать, там невидимая стена. Садись. Соник, давай еще раз попробуем. Просто подкатился. Сейчас.
Это реально было классно. Блин.